Искусство за еду. Воронежский художник Сергей Баловин приехал в Омск по натуральному обмену. Так называется его международный творческий проект. 4 года назад художник отказался от денег и все необходимое стал получать в обмен на портреты. За теплые носки или кофе с булочкой он подарит изображение тушью. Теперь без гроша в кармане Баловин ездит по свету. Меньше чем за 2 года побывал в 36 странах. 5 из них проехал на велосипеде. Все по бартеру. Маршрут определяется сам собой, где в обмен на портрет предложат ночлег и ужин, туда и едет художник. В Омске его пригласил блогер Василий Неверов. Кого рисовать проще, а с какими моделями лучше не связываться, портретист рассказал нашему корреспонденту. Самые фактурные, ну, какие-нибудь там бородатые мужики, их проще всего. Там, лысые, бородатые, какие-то такие брутальные лица. Сложнее всего рисовать девушек красивых, но в случае с бородатыми товарищами все просто. Там можно размазать пятно, и все окей, уже похоже. С девушками надо очень осторожно все вести. Ну и, конечно, девушки критичнее к этому относятся.